Стартный состав, ребят, готовы? Пойдем. Левый, 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 левый
Прошу прощения, если я... Пас! Подарений у меня здесь нет. Пойдет, да, 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 пойдет, да
Легко забирает.
Олег, с ним до конца. Не дай развернуться. Давай, пока. Чуть-чуть от середины. Хорош, брат, просто. Не пани. Стоит, пас. До конца, там хочется. Давай, Бог, блядь. Олег, блядь. Олег, ты с тобой, вот держи. Давай, зажри его,
Пойдет, браво, Коль! Игорь, не торопись! Подожди, не дай мне дышать! Будешь штрафной. Так, передай, поменяй, дай, вот идет, второй. Давай, просыпайся! Иди, иди! Назад, Олежа! Иди, право до конца! Да! Еще! Да! Сам! О, Кос, не надо, блядь! Сейчас порвешься, нахуй тебе надо! Один! 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 Один
Так,
хорошая атака сейчас была. Нормально! Как раз та самая пяточка Руслану могла бы помочь, но он промазывался. Ищи! Иди там, у нас минута, наверное, ничего не дальше. Грубая. Вспыш, вспыш! Здорово! Наблюдаем за атакой и ударом. Хороший удар. Статистика последние 5 игр CDN 2, 5 побед. Последние 5 игр Турбины, 1 победа, 1 ничья, 3 поражения. Но самое главное, статистическое извращение. Ни разу за сезон Турбина не проиграла 3 игры подряд. А сейчас у них 2 подряд поражения. Итак, возвращаемся к нам активной атаке сейчас. Дайте воду, воду, у нас есть вода. Олег! Знай, там надо! Хорошая атака мы сейчас наблюдали со стороны CDN2. Олег! В траве небольшие статистические. Хорош, небольшой блядь. Анализ. Нет, за что? Не разговаривай, спать! Вы поняли. Все вместе, всей командой. CDN2 необходимо. Главная задача у CDN2 это выход, конечно же, вышку, да? И первые получается второе, третье, четвертое место. Получается только на. Поэтому CDN2 необходимо, конечно же, выигрывать. Призрачные шансы, конечно. Мы желаем удачи команде, но это все-таки статистические вещи. CDN2 пока что сейчас находится в зоне. Сразу могут опуститься и на четвертое место, и на стыки. Никто не хочет попасть в стык. На третьем месте идет Феникс, и на четвертом отвалится. Ближайшие места. Атлантис сегодня проиграл Дюбеля. Поднимай Саида, уходи на его позицию сейчас. Пусть Артем здесь активнее играет на гайд. Поднимайся туда, левее. Дюбель, Дюпелю 13, ну и, соответственно, остается 76. Как он, блядь, принимает? Не боли! Тим выше. Наверное, пока что... Тим! Еще раз, извините. Наталья, не идите, что вы стоите-то, парни? ЦДН-2. Десятое, Мадбеков Тимур, девятое, Анисимов Руслан, четырнадцатый, 18-й Кришна Андрей, седьмой, Игорь, дальше! Четвертый, Влад, Крепись, Кот!
Помогай, помогай, помогай! Это тебе, блядь, не ФНЛ, ёпта! Не надо, давай! Идет, Багер! Иди, иди, не принимай! Не принимай! Иди! Четвертый Кратюк Николай, одиннадцатый Сенников Владимир. Девятый со звездочкой, как это было назвать. А у вас восьмой Кирещенко Роман. Рэп, можно свистеть, да? Блядь, счет 5. Так, ударение. Рома, Рома! Пиши! Дима, дай раньше! Ведущая встреча. Ножку, блядь! Турбина закончилась со счетом 4-1. Салам алейкум, мне пользу только. Олег! Тима, гони его с хуйрам! Сейчас он оказался больше не в лицо, удар был. Баг, готовься, баг! Нож, 3 минуты, вот! Не пали! Олег, ближе, вот, центр, ближе, Олег!
Есть и, наверное... Есть, сидят! Давай, чё? Может быть, снова Горбунов Артём будет внимательнее. Гений решил пробить, пытать удачу, мастерство снова. Подвел его. Мастерство или удача. Олег, голову поднимай! Возможно, конечно... Дава, подсказывай голосом, они разворачиваются. Неприятный соперник. Знаете, как бывает, команда вроде бы в топе, в машине турнира таблицы, да, играет там, с последним местом, например. Команда с последнего места обыгрывает. Или команда не настраивается, или просто уже знает, что они вышли и приезжают там на 10-м составе. Просто наиграть. Да, выходи вперед, да! Прости, пожалуйста. Крутая передача проходит, и удар. Попробуй. Здорово. Ходи. Сам выше, иди сам. Делай. Сань, да. Принимай, ты. Оп. А еще я, нет? Оп. Он пробил Сеша Доу, 19-й. Гола.
Как он? Юрай. Хороший удар от игрока CDN2. У конца Козырь, встречай! Слишком для большого футбола. Подними! Игорь, встречай, Игорь! Дэм 2 и... Мог и специально, конечно. Вот сейчас хорошая атака. Неплохо, конечно, пробил, неплохо, но... Допустим, надо было быть на дальней штанге. Завершить. Это, конечно, больше был удар, а не передача. Тем не менее. И до конца. Олеж, левая рука. Игорь, спина. Олеж, не отваливайся от него. Говорят, не пали, не пали. Не пали, Козырь. Саня, не отваливайся. Козырь, бро. Давай, Козырь! Андрей, сделай движение! Казалось, Андрей не сделал движение. Быстрее! Мяч попадает в стену. Счет у нас становится 2-1, 2 показывает, что не хотят выиграть, не хотят. Отвечайте! Отвечайте! Я думаю, на этом останавливаться не надо. Все-таки еще 12 минут. Правая нога! Дава! Встречай! Там, по-моему, кому-то... Горят, не останови! Спина есть, спина! Разворачивай!
Я понимаю, это хорошо. Давай, давай, давай.
Давай, Вилли.
Ай-яй-яй, Витя! Помогай, Кот! Зергом, зергом! Зергом! Убил, уже даже поставил мячик. Козырь, козырь! Вайка, козырь, есть, козырь! Давай, Тима, последний! До конца! До конца! Играем! Скачаться у нас как-то поинтереснее. Ай, ну... Тим, Витя!